Всем привет. Меня зовут Мария Шитикова, мне 25 лет. Я представляю Калининградскую область. Я окончила Институт культуры СПбГИК по классу фортепиано. С фортепиано я потом через какое-то время, в принципе, даже перестала дружить. Я перестала даже за него садиться, как будто бы что-то во мне надломилось касаемо фортепиано, и я предпочла себя полностью отдать вокалу. Я люблю жанр симфоник рок-метал, такой как эпика, with adaptation, готический метал или альтернативный метал. Я бы назвала бы себя простым человеком, просто с огромным количеством увлечений. Вот, я очень люблю спорт. У меня тоже есть образование в сфере спорта. Персональный тренер по бодибилдингу, фитнесу, мастер-тренер групповых программ. И мне нравится больше вкладываться в других, помогать другим. За счет этого я живу. У меня была довольно-таки непростая болезнь, от последствий которой я пытаюсь избавиться до сих пор. И она очень сильно переменила мою жизнь. Мне приходится бороться часто за внутреннюю гармонию, за уверенность в себе. У меня есть татуировка «Молния» по всему телу. Она идет от головы и до самой стопы. Это еще означает, что я получаю энергию свыше, и она уходит вниз. То есть это бесконечная циркуляция энергии. Песни, которые я сейчас исполняю, ассоциируются у меня с сопротивлением ко всему происходящему, сопротивлением по отношению к миру. И это большое движение вперед, духовное движение и вера в будущее, и вера в себя.